Приветствую подписчики канала, фанаты, марки, любители диагностики BMW. Итак, очередное видео, и в этом видео мы рассмотрим очередную систему BMW, система ASD. Active Sound Design. Данная система начала устанавливаться на F-серии и далее продолжила установку на G-серии. Данная система создает нам иллюзию звучания двигателя, то есть усиливает наше звучание двигателя, создает звучание, которое отсутствует в первоначальном звуке нашего двигателя. То есть создает иллюзию звучания двигателя, как я сказал, выше. Так, данная система состоит у нас непосредственно из самого блока управления ASD, который соединен с головным устройством, с усилителем и с колонками. Также в зависимости от исполнения он может быть иметь и собственный звуковой генератор. Например, если установлен в автомобилях с наличием системы Harman Kardon, он имеет также еще собственный генератор звука. Принцип действия, значит, такой: поступает по шине Кайкан, в зависимости от того, на какой автомобиль установлен блок, либо F-серия, либо G-серия, то это Кайкан 2, либо Кайкан 4. Подается сигнал от педали акселератора, и генератор, значит, генерирует нам импульсы звука, позволяющие усиливать, значит, звук двигателя, создавать нам иллюзию ощущения звучания двигателя, значит. Нужна ли эта система или не нужна? Я считаю, что это не нужна, это лишняя, значит, игрушка какая-то. В принципе, не знаю, я бы не поставил себе, не дооснастил бы свой автомобиль этой системой. Ну и давайте посмотрим, послушаем, как звучит данная система на установленную и без этой системы, как звучит двигатель.